Что ж, всем привет, все подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я буду делать подставку, светник под цветочные горшки. Нагнул таких вот колец. Как ему показывать не буду. Ну, обычными кондукторами, из того, что было, слепил. В интернете это все есть. Под большие, под средние. Под маленькие колечки, то вот. Сейчас буду сваривать под горшки. Так вот делать. Ну вот что-то вот такое должно получиться у нас. 5 штук. Еще снизу будут завитушки. Так вот поварил перемычки. Горшок ставить. В общем, 5 штук уже сделал. Такие вот подставочки будут. Начал сваривать. Вот такая вот получается штуковина. Ну вот что-то такое уже нарисовывается. Немного нарастил. Приварил кольцо. Это сюда, ну и вот сюда вот пойдет пару горшков. Такие вот упоры сделал. Ну вот и все, поставка под цветы готова, осталось покрасить. Итог покажу потом в шорте, в коротком видео. С цветами уже все готово.